звали нас тамбовские мы волки. Победы мы привыкли выгрызать, как только вновь начнутся мотогонки, и мы покажем Кузькину и мать. Пусть небольшую платят нам зарплату, и ветер разгоняет облака, на старт выходят бравые ребята, патриотизму ставка высока. Спасибо вам, а зрители и ребята, мы, как и прежде, на арене вновь. Земля тамбовская героями богата, заветы предков к родине любовь. Желаем вам прекрасных звездных взлетов, мы бесконечно будем вам верны, ведь вы потомки всех спортивных патриотов, а для России славные сыны. Мы никогда не дремлем, нам ни почем ни слякоть, ни дожди, а цель одна — прийти на финиш первым и, не дай бог, остаться позади. Во все века богатыри рождались лишь на Руси, оставив яркий след. Победы наши громкими казались, и в мотоспорте множество побед. Спортсменам всего хорошего, радовать нас своими новыми достижениями и продолжать свое дело в дальнейшем, не бросать это, и прививать этот интерес молодежи. И в памятные даты никогда эпоху время не сотрет, за то, что мы за малую зарплату всегда шли упорно вперед. Пришло на смену нам другое поколение, еще услышите вы множество имен. Расстаемся не на вечность, на мгновение, до свидания, до лучших времен. Пришло на смену нам другое поколение, теперь услышите вы множество имен. Расстаемся не на вечность, на мгновение, до свидания, до лучших времен. До свидания, до лучших времен. До свидания, до лучших времен. Перекличку и заодно те, кто есть, у нас ознакомиться со спортсменами, которые у нас сегодня присутствуют. Итак, начнем с класса ЧЗ. Представитель Мордова Кусов Павел, номер 88. Пастухов Виктор, Мордова, номер 19. Валерий Селин, город Ливна, номер 16. Зибров Денис, город Ливна, номер 505. Кулаков Алексей, город Воронеж, номер 125. Ибрагимов Рашид, город Липецк, номер 172. Евтахин Константин из Тамбова, номер 2. Александр Ворона, Тамбов, номер 87. Яхонтов Алексей, город Ливна, номер 31. Смолин Геннадий из Тамбова, номер 717. Александр Царев, город Москва, номер 88. Ряшенцев Максим из Тамбова, номер 77. Лукьянов Федор, город Тамбов, 69. Плотников Геннадий, Тамбов, номер 5. И Глинин Евгений, Тамбов, номер 8. Итого 15 представителей класса ЧЗ, и это здорово. Иван Морев, номер 44. Далее Рафаэль Иминов, номер 72. Воронков Игорь из Воронежа, номер 8. Сергей Мещеряков, номер 39.
Аплодисменты, между прочим, должны быть в этом месте. Юрий Завьялов, аналогично, номер 52. Виктор Каширин, номер 24, из Нововоронежа. Геннадий Заседатель, город Ливна, номер 627. Ибрагимов Ренат, город Липецк, номер 10. Сергей Макеев из Белгород, номер 717. Владимир Иванович Ситковский из Нововоронежа, номер 40-40-41. Руденко Юрий из Воронежа, номер 711. И Виталий Ягун, номер 31, из Воронежа. Уважаемые спортсмены, от своего неофициального лица хочу вас поприветствовать на гостеприимной трассе в городе Жердевка. Хочу вам пожелать успехов, всем побед и как можно меньше травм и хорошего соревновательного дня, погоды и хорошей гонки. А слово предоставляется сходу мэру города Жердевка Николаю Юрьевичу Каширину. Дорогие друзья, сердечно вас всех поздравляю, спортсменов, судей, участников всех наших соревнований, конечно, зрителей нашего города. Мотокросс – это очень зрелищный вид спорта, и он очень популярен в городе Жердевка. И мы радуемся, что мотокросс проводится на нашей жердевской земле, который посвящен 90-летию нашего района. Я хочу вам пожелать, в первую очередь, всем здоровья, чтобы ваши железные друзья не подводили вас, и просто всем хорошего дня. Готовность через 10 минут в стартовом накопителе. Организация.
приступим к церемонии награждения. Начнем мы с самых юных ветеранов, ветераны группы А. Итак, за четвертое место награждается Игорь Воронков. Итак, за третье место в группе А награждается Иван Морев, город Елец. Иван где-то здесь был. Иван, но предупреждали, он бежит, он добежит. Грамоту, медаль за второе место, кубок. Кубок. Да, за... Это второе место, это не путайте, второе место. Вот, вот Иван, ему на третье место, пожалуйста. И грамоту еще, видишь, сколько много все в жердевке дают, а вы опаздываете. В Ельце такого нет. И первое место, самый гостеприимный человек сегодняшнего дня, Сергей Мещеряков. Красивые леди награждают. Головные уборы, фото, кубки. Ну, пожалуйста, более фотогенично. Поднимите кубки. Они просто начали стареть и забыли, как это делается. Хоть развесили чуть-чуть. Поехали. Группа Б, гостеприимная. Место Геннадий Заседателев. Кубок, грамотно, медаль, все как на гран-при Офжердевка. В лучших традициях. Поехали, второе место. Сергей Макеев. Белгород. Не Белгород, Белгород. Winner of today in Нововоронеж, Виктор Каширин. Медали, конверты спрятали, улыбаемся, машем. Класс. Спасибо. Второе место. Владимир Ситковский, город Нововоронеж. Учитесь, у юниоров и кепки снимают, и быстро всходят, все нормально. Итак, первое место, Юрий Руденко. Грамоты, кубки, фото. Завтра на всех полосах в Жердевской газете. Спасибо большое. Место. Четвертое место. Геннадий Плотников. Третье место в волевой борьбе. Павел Кусов.
федерация там, мордовского мотокросса. Почетный мастер спорта Павел Кусов, да не вопрос. Рашид Ибрагимов, второе место в классе ЧЗ. Под ваши аплодисменты. Добрался, доехал в борьбе. Гран-при Жердевка. One place. Александр Ворона. Класс ЧЗ. Машем, показываем, улыбаемся, хлопаем. Грамоты летят. Ура! Поздравляем вас и спортсменов, и зрителей с первым удавшимся бестравматичным и с призовым днем сегодняшнего Гран-при Жердевского. Завтра нас ждет второй день, поэтому всех зрителей, спортсменов, кто не уезжает, оставайтесь.